Казань. Парни из-под Казани прислали мне блочок. Вот. Значит, беда у них случилась. Насколько я так понял, никто не в курсе, почему. Но ответ прост. Если я столько перелопатил этих блоков и впервые слышу ответ, ничего такого не было, у меня есть сомнения. Значит, какого рода? У них взорвались катушки. Катушки взорвались. Высоковольтные вот эти. Вот эти катушки у них вышли из строя. Это раз. Сгорели дорожки, вышли элементы из строя. Вся обвязка управления форсунками, управление зажиганием. Классика жанра. Все восстановил. Сейчас вот будем пробовать. Так, и сказали, что перепылесовки не было. В чем я очень сильно сомневаюсь. Из моей практики еще не было ничего подобного. Просто так не бывает. Перепылесовка — это то, что... паутина. То, что приводит к таким последствиям. Пробуем. В общем, ребят, я не знаю, что там действительно произошло на двигателе. Все последствия подключенного неверно аккумулятора налицо. Выгоревшие катушки, они выгорают исключительно только по этой причине. Выгоревшие элементы, выгоревшие дорожки, взорванные первички этих катушек говорят о том, что была перепылесовка. Либо какие-то проблемы соединением проводов, либо еще что-то. Ну, в общем, если снимали двигатель с катера, переставляли на другой, могли ошибиться в проводке вот тут, либо ошибиться в проводке на аккумуляторе. Первым делом, если есть гидроподъем, если вы не уверены, после подключения проводов, которые вы перебросили, не запускали двигатель, ничего не делали, возьмите гидроподъемом. Если правильно подключено, вверх идет подъем, вниз идет опускание двигателя в воду. Вот, если работает наоборот, значит, провода подключены неверно. Не поворачивайте ключ, пока не убедитесь в этом. Ну, или контроль соответствия. То есть все очень просто. Здесь явно была перепылесовка. Мое мнение. Может быть, я чего-то еще не видел. Ну, может, я чего-то не знаю. Но такие последствия только после перепылесовки. Значит, блок восстановлен. Вот. В блоке подгоревший пин был. Серьезно подгорел, но живой. Все хорошо. Его менять не надо. Самое важное, чтобы в ответном разъеме не было подгоревшего контакта. Если там не поплавилось, все хорошо. Пробуем запуск. Горячий. Да,
после большого газа надо дать остыть, надо дать ему поработать на малых, и тогда повторный запуск будет стабилен. Вот поэтому он сразу не запускается. Если погазовали, сбросили, тут же заглушили, следующий запуск тут же, ну то есть через какой-то промежуток времени, он обычно сопровождается нестабильным схватыванием. Это нормальное явление, не переживайте. В прохладной погоде этот эффект меньше, но в жару чаще. Ну все работает. Так, в целом я сделаю заливку. Значит, замечено вот в этом разъеме загнут один пин боковой, я его поправлю. Ну что-то туда пытались пихать, не знаю зачем это, ну увидел. Так что вот так делаем запуск. Отлично. Ждите. Блочок к вам уедет скоро.